конкурс «Фактор А». Следующим по жребию выпало выступать, кому бы вы думали, Сергею Савину. Музыка — Сергей Савин. Слова — Сергей Савин. Поет — Сергей Савин. Песня называется «Твой друг». Встречайте. Встречайте, Сергей Савин. Не положатся звезды, в небе кружатся птицы. Думал я, что несложно, но не остановиться. Трепет взорвет шагами. Слушали, кстати. Слово жюри. Роман, ну как вам Савин сегодня? Ощущение, что Роман Емельянов попал на пасеку. Ну, Лолита поддерживает вас. Роман, посмотрите на нас, пожалуйста. Сергей Савин, ну что я могу сказать? Что касается первой песни, на мой взгляд... Вообще удивительно всегда, что по поводу Сергея мне предлагают высказываться первым. Потому что потом начинается такой пиар, пиарище, такой елей, мед польется сейчас. Первая песня, вот мы убедились, что как бы когда убираешь люстры, зеркала, то же самое было с песней группы «Русские», если я не ошибаюсь. Сергею работать очень сложно становится, потому что он остается один на один с песней, со зрителем, и, на мой взгляд, он в этом достаточно неубедителен. Что касается номера со своей песней, я считаю, песня хорошая, достойная, интересная. Не уверен, что это радиосингл, скорее это какая-то концертная тема. На мой взгляд, не совсем гладко она была спета с точки зрения там, попадания в какие-то ноты. Ну, я, честно говоря, я продолжаю оставаться на своем. Очень с большой энергетикой человек. Очень обаятельный, с шикарной улыбкой. Молодец, но не из этого... конкурса. На мой взгляд, есть гораздо более серьезные и сильные ребята. Это мое мнение. Спасибо, Антон. Спасибо большое, Роман. А вот
собственно говоря, человек именно из этого шоу. А что ты благодаришь? За что? Это видно по верхнему убору. Это тоже... Он тебе впрямую сказал, что ты хуже других, а ты благодаришь. Борис Аркадьевич. Это его мнение. Спасибо. Он воспитанный человек. В отличие от некоторых. Мы вас услышим, Борис Аркадьевич, обязательно. Лолита. Снимите вашу вуаль. Я готова снять маску и вызвать Романа на дуэль, хоть это не мой воспитанник. Я могу. Но меня учили фехтованию. Я сдавала экзамен по фехтованию. Я тоже. И... Так, на всякий случай, потому что я так чувствую, что ты вызываешь, потому что думаешь, что ты сдавала, а я нет. Да нет, я уверен, я знаю, что ты, у тебя такое же, в смысле, у тебя даже лучше, чем у меня образование. Но дело вот в чем. Когда поет Сережа Савин... Я записывала, вот у меня здесь листочек, я могу показать его на камеру, но понятно, здесь могут быть и ошибки, и всякое вот тут исписано. Обязательно, там и ошибки. Сто процентов. Ну, знаете, вот я читаю все, что я писала на Сережу Савина. Песнеры, Вертинский, Пьеро, это те образы, которые у меня возникали во время его нахождения на сцене. И для меня это много. Если этот человек сумел аккумулировать в себе энергию разных людей, выстоять себя, придумать, Алла Борисовна трижды гений, в ее присутствии подтверждаю, и это мнение подтверждают мои друзья, Песнеры. Потому что она сказала сразу, этот артист либо Пьеро. Будет безумно любим, либо не понимаем аудитории. Мои друзья разделились. Но я принадлежу к той аудитории, которая его безумно любит. И если я в прошлый раз сказала, что я жду, когда будет у него сольник, и я пойду на концерт, то сейчас я себе записала артист, на чье шоу я побегу. Спасибо огромное. Спасибо большое. Слово наставнику. Борис, довольны ли вы сегодняшним выступлением Сергея Савина? Я, так положено, я должен быть доволен Сергеем Савиным всегда. Я всегда доволен. Но могу сказать честно, если так быть объективным, мне очень понравилась «Звездочка», честно говорю, потому что я очень люблю, знаю эту песню, слышал ее в массе исполнений, в массе вариантов, но и «Звездочка» мне очень понравилась. Здесь мне понравился номер. Мне опять понравился Савин. Что касается песни, и мне, кстати, очень нравится песня, которую Сережа написал. А прыжок? Ну, прыжок — это святой. Сереженька прыгнул. Просто, вы знаете, я вам скажу такое. Мне просто кажется... я бы уже молчал, как твои играли на гитаре сегодня. На прошлой программе он пошел, на это он уже прыгнул. Он растет. Короче. Я хочу сказать единственное, что объективно, что касается второго номера, чтобы он побольше отличался от предыдущего выступления, тем не менее, я все равно очень доволен. Спасибо большое! Алла Борисовна, какое впечатление произвел на вас Сергей Савин? Что касается первой песни «Звездочки», я просто обалдела, как хорошо спел. Ну, очень хорошо. Мне понравилось все. И костюм, это босоногий мальчик, и тональность, и голос, как звучало. Это было очень неожиданно, потому что я всегда говорил, что, типа, по голосу он противный, там, и такое, по тембру противный. Вот я услышала уже второй раз, как поет Сережа, и мне очень понравилось. И мне за все время было интереснее всего наблюдать за Савиным. Что касается второй песни, ребят, Ром. А? Вы не вспомнили раннего Савина, когда он только приходил? Ведь эта песня написана когда? У тебя давно, да? Да. Ну вот. Лет назад. Ранний Савин. Да, раннего Савина. Из раннего Савина. То есть вот таким он к нам пришел. И поэтому, естественно, он вынужден был спеть ее так, как пел он 5 лет назад. Но жил он по-другому, Алла Борисовна. Ну, конечно, да. То есть сам номер... И столько смс-ок не получал. Я вижу нимб. Не знаю, какой нимб, но я вспоминаю, кстати, начало пути Валерия Леонтьева, между прочим. Все говорили, боже, какой противный голос. И ты знаешь, все-таки он прошел через все это, он делал шоу и стал тем, той звездой, которую мы любим и знаем. Поэтому я могу пожелать только независимо, победит Савин Фактори, а не победит Савин Фактори, а он победит свою публику, это 100%. Он ее найдет и победит. Спасибо большое. Дамы и господа, напоминаю, если вам понравилось выступление Сергея Савина, присылайте смс с цифрой 03 на номер 1819 или звоните по телефону 8-803-333-4903. Сергей Савин!